Недалеко от лифта, 204 номер. Тут лучше. Чай, кофе, большая кровать. Маленькая кроватка. А посмотрите, какая лоджия. Идеальная лоджия, здоровая. Ну что, ребят, вот такой вот стандартный номер. Нам нравится больше, чем люкс. Так, а что родителям выдали? Стандартный номер. А, и на море. У них даже лучший вид. Класс. Ну что, вот проход. Недалеко от лифта. 204 номер. Смотрите, в новую зашли квартирку. Сейф. Шкаф, которого я не так не хватало. Холодильничек. Телевизор. Смотрите, как аккуратно. Ой, а тут лучше. Чай, кофе. Лучше большая кровать. Маленькая кроватка. Кондиционер. Большое селфи зеркало. Ту-ту-ту. А посмотрите, какая лоджия. Да тут выйти просто на лоджию. Идеальная лоджия, здоровая. Красота. С видом на бассейн. Мне нравится. Ну-ка, подождите. Туалет, ванна. Душевая кабинка. Нормально, бассейн поставим. Ну что, ребят, вот такой вот стандартный номер. Нам нравится больше, чем люкс. Фен. Вообще круто. Ну-ка, давайте посмотрим. И отличный шкаф. Так, а что родителям выдали? Ой, а тут такой люкс, знаете, красный. Ну-ка. У них тоже хорошо, только без детской кровати. А у нас еще маленькая кроватка. Ну-ка, давайте посмотрим. Также сейф. А вот сравним. Это номер для двоих. У нас номер на троих. Ну, все равно здорово же. Так нет, все то же самое. Один в один, только нету маленькой кроватки вот здесь сбоку. Здесь что, тумбочка, да, наверное? Да. Чай, кофе. Зеркало. Ну все, и вид, наверное, также, да, на бассейн. Да. На море. Стандартный номер. Вообще хороший. А, и на море. У них даже лучший вид. Класс. В общем, спасибо, хорошо расселили. Наташа, претензий никаких. Здесь останешься? Ну хорошо, все. Мы убегаем. Убегаем. Друзья, не сказали самый главный косяк люксового номера. Не работал замок, ручка в туалете. Ты закрываешься, а выйти не можешь. А здесь нормально, видите? Очень опасная там ручка была. Надеюсь, ее со временем починят. Это первый косяк, второй косяк. Подтекало откуда-то, или с унитаза, или с раковины, или с ванны, непонятно. Отваливался низ от джакузи. Очень громко было, не было никакой изоляции, музыка до 12. Посмотрим, как сегодня будет в этом номере. Так, ну, а в стандартном номере криво висит зеркало. Это пока единственный косяк. С данной проблемой я разобрался, молодец. Так, а что здесь есть? Биде. Мы этим, конечно, не пользуемся, но в люксе было биде. Хотя тут вроде бы что-то есть. Ну ладно. Что дальше? Это шампуньки, гельки. Это типа фен. Ага, вот здесь он, да, как-то снимается. Вот это фен. Фен так фен. Дальше давайте еще расскажем, покажем. Для полотенец очень много. Это что за врач? Доктор Мия? Маленький профессор. Большая бутылка воды. Растворимый чай, кофе, сахар. Симпатичные кружечки. Вот логотип, конечно, такой модненький. Здесь пофоткаемся потом с Янечком. Куда без этого? Маленький холодильник. Телек. Пока не врубали, но папа говорит, вроде бы русских каналов нету. Нам это не нужно, но люди, которые приезжают в возрасте, отдохнуть, хочется посмотреть немножко и наших отечественных каналов. Поэтому, если их нету, это, конечно, небольшой, но минус. В комнате две розетки для тех, кто немного снимает, монтирует, да вообще приезжает с техникой. Конечно, розеток
маловато, надо будет по очереди. Вот ночью, в принципе, два телефона заряжаете, а поставить на зарядку аккумуляторы, например, или ноутбук уже проблематично. Надо будет или в ванну, или куда-то. Ну все, мы будем разбираться, потом запишем, что и как получилось. Балкончик, конечно, маленький. В люкс-номере там целый этаж был. По крайней мере, за один приезд мы вам показали, покажем, в зависимости от того, когда вы посмотрите эти видео. Три номера у вас будет с чем сравнить. Так, что еще хотел сказать? Стандартный номер Lara World. Ну, смотрим. Вот это, кажется, немножко неровно, да? Ну, это ладно, это визуально. Унитаз стоит очень близко к раковине, вот сверху, чтобы вы понимали. Мы люди небольшие, 165 сантиметров, но кто выше, да и даже нам неудобно. Садишься и целуешь просто раковину. Напор воды в ванне, в душевой, хороший. Вот, водичка относительно прохладная, мыло, пенка есть. Вот такие дела. И что хотел сказать по части Wi-Fi, я здесь второй день, не могу подключить Wi-Fi на ноутбуке и на телефоне. Проблема не во мне, мне и помочь не могут. Посмотрим, может сейчас на ресепшн что-то изменится. А что касается телефона Яны, iPhone 8 Plus, подключился вот этот плюс Apple-овской продукции. А Android и ноутбук Dell чего-то не хотят с ним дружить. Интернет очень нужен, уже первый вложек смонтирован, сегодня выложу. Ну и в процессе эксплуатации понял, что очень не хватает тут каких-то полочек, потому что вот элементарно детский шампунь или что-то приходится просто ставить куда-то сверху. Это зубные щетки, пасты, все. Средства для мытья посудки, губку. Все это сложить некуда. Вот я на СМИ шмотку-то набрали. Сверху носки, футболки, детские принадлежности. Обувь, Янкина косметика и вот целая полка с техникой. Все, мы практически разложились. Сейчас все уберем ненужное. Пойдем на встречу с гидом и постараемся настроить Wi-Fi. Вячеслав, 5:25 утра выезжает. Хорошо, ранее чисто. Как слушали про экскурсии? Ну, как это получилось? Купальники, полотенца, брюки, все законспектировали.